Всем привет, ребята! Насколько же огромный Беги? Казалось бы, да? Он насколько тесен мир. Помните этого Рекса, которого здесь оставили на нашей ферме погибать? Я посмотрел, кто хозяин. И хозяин STP-1. Помните? С прошлых сезонов. Леха, начальник металлобазы. Насколько тесен мир? Он уже давно не играет на бегах. Но Рекс каким-то образом попал сюда, к нам в трайб, хотя в трайбе STP даже не было. Поразительно, насколько же тесен мир, а? Капец. На нас напали гриферы. Где-то здесь гриферы. Другой наш центр атакуют. Где они? Блин, как я жив остался? Как она меня не сожрала? Так, куча вив, блин, где наши? Бежите, его, пацаны. Бежите, а то убежит. Все, теперь не убежит. Все, отлично, middle shadow me. Давай. О, все. Давайте, атакуем, пацаны, атакуем. Блин, может, это фейк Райо? Да? Блин, тогда я туда не пойду. Смотри, пытается забайтить. Да? Так, льва надо засеточить. Хоп, сеточку накинули. Все, отлично, жрем. Ай-яй-яй, наша в рейджи. Ай-яй-яй, все, минус гига. Минус 2 гиги. А про льва что, все забыли, что ли? Да, льва всем наплевать. Пацаны, он же сейчас убежит. Я его тут из лука один настреливать буду очень долго. Я не успею его замочить. Ай-яй-яй-яй. Ну, блин, ну сядьте, чья гига. Мочите. Так кого-то там мочат. Ладно. Не, ну лев сейчас 100% убежит. Все забросили, все забили на этого льва. Давай, помогай. Ай, кого-то там добивает. Блин, ну все, лев убежал, считайте, пацаны. Стой. Ладно. Так, а там кого мочат? Там второго льва мочат. Ага, то есть этот лев был более опасен, чем тот, которого я занытил, да? Ладно. Побежали дальше. Все, они ушли. Походу ушли. Ну вот тут вот Red Hus принес такую нам новую игрушку. Мек у нас, конечно, ни у кого не открыт, но это же совсем не значит, что им нельзя пользоваться. Им на нем нельзя просто ездить. Мек гораздо лучше, чем реплик. Он не лагает и он не потребляет элемент. То есть это полноценный репликатор, но только который не тратит твой элемент и не вызывает огромных лагов, потому что у него нет такой сложной анимации, как у реплика. А так все один в один, но достаточно положить один элемент и крафтить все, что ты хочешь, бесконечно. Ну, в плане бесконечно, то, что он не будет потреблять элемент. Это вообще потрясающе. То есть вот эти два реплика нам, по идее, нафиг не нужны. У нас есть мег, надо только открыть босса, ну и пользоваться им на все 100%. Ты посмотри, сколько клонеров, и все занято. Мы тут с Red Hus'ом хотели вообще-то тоже поклонить. Да, конечно, печально. Чего-то столько народу все клонит. Че, вообще все занято, что ли? Блин. Шардов, конечно, немного, но есть. Но шардов-то нам должно хватить. Нам бы, главное, клонерки свободные. Ай-яй-яй, все занято. Ну, смотри, масхопсов клонят. А люди себе ни в чем не отказывают. Ахатинок. А вот, кстати, ахатинки скоро заклонятся, и мы будем использовать, наверное, вот эти клонерки. Так, и тут ахатины. Отлично, ну все. Сейчас тогда после ахатинок мы занимаем клонерки и начинаем клонить для себя. Ну, а пока ждем. Смотри, сколько играю, что-то никогда раньше не замечал этого. Видишь отражение в зеркале? Смотри, сейчас покажу.
Вот реально, никогда не смотрелся на себя в зеркало, а тут что-то встал. И увидел такой факт. Вот, смотри, сейчас будет прикольно. Хоп, видал? Блин, реально никогда не замечал. Тю! Прикольная штука, прикольно меняется отражение. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну да ладно. Ох, ё-моё. Блин, чё они едят или пьют? Чё их так крючит-то, а? Хорошая, видать, у него была настоечка. Смотри, как его перекосило. Да блин, ну сколько на сегодня можно всяких багов, а? Ты посмотри, он следовать-то следует, но он следует как-то в полумэше. Ай, бакованная игра, блин. Враги! Ты посмотри! Тихо! Не спугни! Это гриферы! Давай за ними проследим. Куда они там пошли? Так, главное не палиться. Они, походу, там что-то сокают у нас с той стороны. Так, дохлая вива. Смотри, смотри, пошли сокать. Главное не спугнуть. Так. Хоть не на агрессии. О, там вообще никого нету. Посмотри. Давайте, пацаны, устроим мега-пати. Ай-яй-яй, нашу виву сейчас убьют. Ты посмотри, что творит, а? А, негодяй, еще и лев здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, в льва же тут фиг попадешь. Так, сейчас мы его. Блин, после обновы стек уже вязать сеткой нельзя. А, да ты посмотри, какой быстрый, а. Будем охотиться за львом. Вот его фиг сейчас тут с сеткой поймаю, а. Стой, стой, я же, блин, я же без брони. Чего ты боишься-то, стой. Стой, 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 сюда иди. Я ж без брони, блин. Какой попался, а? Очкушник. Не могу я его поймать. Стой! Ай, ладно, сейчас попробую. Давай, 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 давай. Хоп, отлично. Да блин! Давайте, давайте устроим мега-звездную вечеринку здесь. Сейчас мы их тут разделаем. Почему я с такой винтовкой, а не с пистолетом? Да не знаю, просто так хочется. Хочется делать пил-пил. Мы-то их один тут фиг разберем. Просто хочется же прикольно это сделать. Хотя надо было взять пистолет. Да блин, пистолет надо было взять. А я с винтовкой пил-пил делаю. Но тусня тут получается, смотри, прикольная. Давайте, давайте, пацаны, мочим их, мочим. Дискотека. Ну что, делаем ставки, кто его замочит? Блин, ну на гиге-то нечестно. Делаем ставки, кто, короче, замочит первым этого стега. Блин, ну с пистолетом тоже что-то нечестно. Давайте как-то это, с одного оружия. Тут понятно, чья будет. Я топором сейчас рубил. О, Неваляшка, красавчик, топором его рубит. Ну, блин. Ну так нечестно. Ты посмотри. Турки. Они нам еще турки поставили возле ТП-хи. Вот засранцы, а. Так, ну я туда не полезу, я без брони. Пацаны там сами разберутся. Ай-яй-яй. Давай, 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 мочи его, мочи, мочи. Фиг я из него в него попаду. Но интересно же, прикольно. Че, погнали, преследуем, преследуем врага. Давай, 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 гони его, гони его. Гоните его с этой карты. Запросто. Блин, он сейчас реально где-то сядет, и все, и фиг мы его увидим. Где он? Я его не вижу. Ладно,
Сейчас. Этому бункеру типа? Да, на водопаде. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Ать. Очень многие попадаются на этот трюк. Типа они тебя сбрасывают живки, но забывают, что у тебя есть пушка. А где тогда тот? Давай, не валишь, крутай его. А где там было, типа, показывать? А. Около бочки? Нет, нет, не около бочки. Вот сейчас налево, налево давай. Лети за мной, сейчас покажу. Я его просто не могу там найти. Вот здесь я его убил. Вот здесь вот ты мной, посмотри, что Редхас нашел. Мэш-база. Да хорошая мэш-база. Да. ТП-ха стоит. Надо найти, куда она выходит, эта ТП-ха. Пишите, что у них есть ТП. Да, надо найти, надо отправить разведку. Ты посмотри, сколько там всего, а? Там клонерки стоят, они. Да. Там реплик стоит, работает, фигачит. Совсем оборзили, а? В мэше так развиваться. Ты смотри. А, ты посмотри, сколько там дедикейтов. Ау. Сколько там ресурсов, а? Надо. Так, нашел мелкую базу. Чё? Надо ее как-то выносить. Вот только как? Как забрать рез? NMH какой-то. Не знаю таких. ХМХ. Ты кто такой? Без понятия, если честно. Вообще без понятия. Так, это кто? Гнит стоит этот. Ну, база, конечно, классная. Блин. Верстак, станок, кровать, все. А, ну... Шалом на фундаменте. Блин, как отсюда рисы вынести? Вот в чем вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да что тут происходит, пацаны? Это капец. Блин, я еще в ТП-хе застрял. Тут нашу Беркеев атакуют. Черепаха прям на ТП-хе. Блин, я чуть не обосрался. Я тэпаюсь сюда, прикинь. Это такое. Вива, вива. Вива под... Блин, хороший пинг, отличный. Да-да-да, они еще и на виве. Ну почему в магазине так мало патронов, а? Ну все, она улетела, пока я перезаряжался. Ты, блин. Еще одна черепаха. Но это уже не так страшно. Не так неожиданно. Так, вся минус. Еще одна черепаха. Блин, а там кто? Вот, вот в кого стрелять? Так, ну вот это вроде наш, вот это не наш. Красивое фаер-шоу, блин. У неваляшки опять проблемы со звуком. Но там один наш с огнеметом, один не наш. Второй, второй, блин, вот это наш. У меня есть. Хилки у меня тоже есть. Давай, 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 паука, 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 отстреливаем, паука, отстреливаем, 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 отстреливаем. Есть. Минус паук. Так, мы чё? Все, что ли? Да, тут уже все наши, по-моему. Ну, птер это наш. Вон он, вон он, вон он. Блин, все, я не вижу. Ох, красиво. Красиво, блин. Так, блин, наш. Да, у них только тусики, а остальные все наши. Блин, ничего не видно. Стрелять под воду такое себе затея. Такая себе затея. Ну, у Гриферов осталось два тусика. Сначала они пришли, кидали нам черепах. Потом начали, вот, что вы на дельфинах. Что вы вылетели на дельфинах. Давайте без дельфинов. Oh, да-да-да, это enemy туса, ты чё? Но сейчас у них осталось только два тусика.
Why is no one topping it right now? Да у меня нету тусика, потому что у меня они еще даже не выросли, я еще не начинал даже расти. He right in front of beer, where's my giga? Opposite side, in the water. Shadow Man is here. Блин, я тебя там уже не залутаю. Ой, не-не, я туда не пойду. And one, two, three. В воде плавает. Да, да. Эй, кто тут меня? Ты чё, блин? А, не Селек-то убили, а этот, блин, нырнул за мной и в меня еще стреляет наш. Ладно, тяжело, конечно, файтиться даже с гриферами, когда мы сидим всеми. Все эти выходные у нас идет огромная война. Мы напали на центр ТПГ, но в ответ киблы еще одни капнули нам два центра. Один центр мы почти отбили, а вот со вторым пока большие проблемы. Все выходные, никакой игры, только сидишь в симе. Ну, сим — это когда ты пытаешься подключиться через автокликер на сервер. А сервер перегружен, полон игроков. Так что никакой игры у нас толком нет. Ну вот, а на сегодня это все. С вами был Keep Games. До следующей встречи. Пока.